the way of touching this material is very important, and also we play most of the times strings, both of the strings, but sometimes we play different notes, but normally we pick on both strings. Тар – это один из самых важных инструментов в иранской музыке, поскольку он очень сложный, древний и позволяет воплотить практически любую музыкальную идею. Звук рождается из места очень важного вот этого подставка, который называется духом тара, то есть душой тара. Очень важный материал, с которым он сделан, играют с помощью наконечника, который Али нам показал, и очень важна часть ладони, которую тоже сказал, который приглушает струны, и ладонь как раз вот приглушает немножечко, касается вот этого порожка и чуть-чуть приглушает звучание. Иногда исполнитель играет на двух струнах, струнопарно, иногда на одной из них, и придает звучание. Почему выбрали именно этот инструмент, именно эти инструменты? Из чего началось, скажем так?